Она практически всю моду Востока умеет вливать в Европейский Союз и в Россию. Потому что уже в Европе, благодаря показам в ТБ-Паласе, благодаря Татьяне Борько, носят вот такие же прекрасные наряды. А у меня, кстати, есть такая же жилеточка, я в конце выйду в твоем наряде тоже. Давайте поаплодируем Лола Жалова, выдающаяся женщина 2018 года. Мы дружим уже очень давно, мы делали показ в Юрмале. Лола ездила со своими коллекциями в Бахрейн, жене короля Бахрейна. Действительно выдающийся этнический дизайнер, который создает совершенно потрясающие платья, в которые каждая женщина чувствует себя королевой. Спасибо тебе, Лола. Лола, скажи, пока не ходила ко мне на курсы ораторского мастерства, как Ольга Ходаковская. Я не ходила, но приду. Как большое за внимание. Это для меня очень ценно. Сегодняшняя награда. И первая у Лилианы. Хочу заметить, но не менее ценно. Спасибо вам большое. Я хочу рассказать о своей миссии. Моя миссия – делать людей, точнее женщин, красивее, прекраснее. И я популяризирую восточную культуру в узбекском стиле. И хочу, чтобы все женщины были прекрасными. И надеюсь, у меня это получается. У тебя это совершенно точно получается. Спасибо, Лола. Лола Жалолова. Это истинная восточная красавица. Она скромна, мама троих детей. Говорит, что это еще не предел. А, друзья, следующий.